Об успехе казахстанских ученых в разработке отечественной вакцины сегодня говорили на встрече медицинской общественности и высокопоставленных чиновников. Вице-премьер Ералы Тугжанов подчеркнул, что вакцинация является ключевым инструментом в борьбе с вирусом, а в кампанию по иммунизации вовлечены более 12 тысяч отечественных медработников. Они, к слову, в это воскресенье отмечают свой профессиональный праздник. Благодаря самоотверженности врачей в стране удалось стабилизировать эпидситуацию с коронавирусом. Престиж и статус профессии растет. В этом году свыше 240 тысяч людей в белых халатах получили надбавку к зарплатам. А с 2023 года в Казахстане будет внедрена система финансовой и юридической защиты медработников. В прошлом году мы работали с нагрузкой, потому что первый год не было специалистов. Мы работали днем и ночью, домой не уходили. Первые 5 суток я сама сидела, мы со своими заведующими, потому что все испугались. Это вирус неизвестный.